Ну, мы сегодня ребятам сказали перед игрой, да, наш тренерский штаб, что, как и говорили, что самое все интересное начинается после Нового года. И то, что на самом деле команда показала, и что сегодня у нас было испытание, так можно сказать, второе в этом году. Первое было, наверное, испытание у нас, когда мы проиграли Синари, два матча, да. И вот именно испытание было команда, и как бы друг другу мы собирались вместе, друг другу в глаза сказали, чего мы хотим, и добиться, и стараться. И сейчас мы на самом деле трудимся и работаем. И дальше все будет, я думаю, наслаиваться только положительно. Понятно, что без поражений не бывает как бы побед, и великих побед, так будем говорить. Поэтому сегодня у нас было второе испытание за выход, матч за выход в финал. И спасибо большое ребятам, спасибо большое болельщику нашему тюменскому, который нас поддерживает горячо. И мы призвали их, и сегодня попросили их прийти на трибуны. Да, может, мы своей игрой будем стараться играть и заслужить, чтобы всегда все, хоть чтобы был больше зал заполнен до отказа. Команда соперника неуступчивая, да, не просто так играть. Я говорил в своих интервью, что очень много они создают моментов, но где-то им что-то не везет. И сегодня мы тоже начали с минус одного. В принципе, как бы. Ну, честь и хвала, что забили со стандарта, договорились сделать. И как получилось гол в раздевалку во втором тайме. И моменты свои реализовали. У них тоже были хорошие моменты. Но сегодня мы были единым целым. И только так завоевываются как бы победы. Такие, можно сказать, что тяжелые. А про то, что там, может, кто-то скептики какие-то говорят, там, что у Тюмени легкая там сетка. Они так вот прошли сейчас. Я могу одно сказать, что эту сетку мы заслужили той игрой, которая была у нас в том году. Потому что мы заняли второе место, а сетка составляется по регулярному чемпионату. И поэтому тут можно хоть что говорить. Теперь как бы нас ожидает финальный матч.